период пандемии коронавируса и масштабных мероприятий по сдерживанию распространения инфекции значительно выросла потребность в донорской крови и ее компонентах. К Одинцове сдать кровь можно на стационарном донорском пункте по адресу город Одинцово, Можайское шоссе, дом 55. Кроме того, 29 мая в Звенигороде пройдет выездная донорская акция Московской областной станции переливания крови. Она будет проводиться в Звенигородской больнице, расположенной на улице Герцена. Напомним, посещение донорского пункта является уважительной причиной для того, чтобы покинуть место самоизоляции.